Но в этот ролик попадают вот эти креативные ребята. Спасибо вам за офигенные комментарии и лайки. Но если ты также хочешь попасть в следующий ролик, нужно всего лишь поставить лайк, подписаться на мою группу и написать креативный комментарий. А также комментарии разбросаны по всему видео. Так что досматривай до конца, вдруг ты попал все-таки в ролик. Да не, нормально там все было. Там какой-то, короче, лошок за нами гонялся. Да, коп, да. Вот, а мы его, короче, немного опозорили и в итоге, короче, спрятались. Ну и машинку, короче, спрятали там неподалеку, именно в деревне. Да, в порядке там все, она в гараже стоит, ее даже никто не тронет. Ну все, да, хорошо. Че, пригнать ее тебе? А, сам забери. Ну окей, хорошо. Ну а что тогда по деньгам-то выходит, а? Сотка? Вау, ты красавчик. Сотка капает на счет, это просто офигенно. Слушай, ну давай, не знаю, буквально через полчаса заеду к тебе, да, за деньгами. Все, да, понял. Отлично, спасибо огромное. Так, ребят, короче, только что разговаривал с Симоном, блин, давайте я сейчас мусор выкину, в общем-то. О, отлично, все выкинул. Так, стоп. Мне показалось ли, Настя села в машину? Стоп. А, да, Настя! Куда она? Стоп, подождите-ка, ребят. Блин, сейчас, подождите, а что по времени? А, ну, на работу, типа. Блин, ребят, вообще как-то, не знаю, странно себя ведет Настя в последнее время, потому что, блин, ну, в роликах не появляется, сниматься она пока не особо хочет, потому что, типа, ну, у нее работы полно. А вот, а сегодня вообще получается, когда с ней разговаривал еще с утра, она сказала, что, типа, короче, задержится на работе и будет допоздна. Ну, такое, ребята, я что-то даже не особо, ну, как-то в это верю, потому что, ну, а что можно делать ночью в больнице, блин, ребят? А вот, не знаю, короче, чуть позже, может быть, проследим за ней, узнаем, что она там где и чем вообще занимается, вот. Ну, а сегодня нужно будет, короче, отправиться к нашему, получается, Симончику, забрать бабочки за то, что мы угнали ему машину, как помните, по предыдущей серии, вместе с Максом. Блин, пацаны, ребенку 4 года, и он со мной угонял тачку. Обязательно посмотрите ролик, это, получается, предыдущий, собственно, ссылочка будет в описании. А вот, ну, а сейчас, в принципе, ребята, а что это за гелики-то тут стоят? Ома, ты серьезно, что ли? Пацаны, да ну нафиг. Димон, чё, тачку новую купил? Не, я, конечно, понимаю, там актер, там все дела, блин, зарабатывает вообще бешеные бабки. Кстати, а чё, если, блин, мне попробовать там какое-нибудь кинцо снять с ним, а, ребят? Напишите в комментариях, потому что, блин, ну, пацаны, ну, смотрите, он, походу, вообще себя козырно чувствует. Смотрите, какой огромный дом нас еще подселил. То есть, ему вообще, как бы, пофигу то, что тут, как бы, много народа. Собственно, дом вообще огроменный, места много. А тем более, еще и машина, Lamborghini, как я понимаю. Что у нас за машина? А, Венена, пацаны, это офигенная, в принципе, машина. Не, ну, я его с этим поздравляю, конечно. В принципе-то, что? Блин, ребят, а что если... А что если мы устроим гонку между Венена... А также моим хураканом, который у нас чипованный, пацаны. Гонка века. Я вам отвечаю, это будет вообще по жести. Ребята, блин, короче, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я пока сейчас пойду Димону расскажу именно эту информацию. Вдруг он захочет реально погоняться. Короче, все в порядке. В общем-то, Димон согласился, сказал, ну не сегодня, потому что он сегодня занят. Вот, возможно, завтра или там даже послезавтра мы можем устроить эту гонку. А я даже не знаю, либо на закрытой трассе, либо уже по городу, что было вообще по жести именно среди потока. Блин, пацаны, обязательно ставьте за это лайки, потому что это реально клевая идея. Вот, ну а сейчас, в принципе, по традиции, давайте мы, я не знаю, зайдем на телефончик, именно посмотрим, получается, статистику канала, посмотрим на лайки на предыдущей серии, потому что, ребята, ну, в принципе, сами понимаете, я очень обожаю следить за комментариями, также я абсолютно все читаю, давайте прямо тут в теньке станем, чтобы нас солнце не палило, вообще порядок, ребята, вообще кайфовно, посмотрите, блин, ах, я бы сейчас искупался, отвечаю, жара у нас, получается, плюс 35 было, пацаны, это капец, не знаю, надо как-то все-таки с семьей выбраться именно на отдых, там, я не знаю, ну, шашлычки пожарить, либо же просто покупаться в каком-нибудь океанчике там неподалеку, да, вот. Короче, пацаны, давайте вот уже я зачитаю некоторые комментарии, получается, смотрите, у нас получается, как всегда, Топлинова, потом Никита Ног, Дима, у нас Серега Макс, вы супер, Дима, ты супер. Блин, пацаны, капец, как много комментариев, мне, походу, сейчас нужно будет еще посидеть, получается, почитать абсолютно все, потому что, ребята, ну, негоже, конечно, не читать абсолютно все комментарии, это как-то неправильно, я сказал, что я читаю все, значит, я сегодня прочитаю абсолютно все. Вот, ну, правда, вы пишите каждые 2 минуты, вот, но это не важно. Так, а что у нас по лайкам, пацаны? Давайте посмотрим, блин, что по лайкам-то у нас сегодня? Мы, конечно, очень офигенная банда, пацаны. Вы ставите на предыдущих роликах по 3 штуки. Вон, кстати, предыдущий уже 3400 набрал, да ну! Пацаны, подождите-ка. А сегодняшний, который вышел, 2500 уже! Да ну, ребят, вы серьезно, что ли? Офигеть! Ребят, я вас просто обожаю!
Ой-ой-ой! Сорянчик. Блин, ребят, ну реально, вы очень сильно этим меня мотивируете. Ну и, собственно, как я и обещал, сегодня серия будет как можно больше, более 30 минут. Собственно, мы попытаемся отснять материала. Вот, и я очень надеюсь, что вам это понравится. Поэтому, ребята, продолжаем в том же духе. Набираем 3000 лайков, и следующая серия как раз-таки будет не за горами. Блин, ребят... Ну, просто красавцы, я так вас обожаю. Пойду, короче, Сереге с Максом скажу, что они набрали 3000. Все, мы за деньгами сейчас отправляемся, как и говорил Симончик, он для нас подготовил там некоторую сумму. Оу, нифига, нормальная такая, да, пацаны, нифига, конечно, Димон себе девочку выцепил, да? Блин, пацаны, оцените ее до 10, по 10-бальной шкале. Здрасте, здрасте, до свидания. Пацаны, короче, все, мы сейчас, в общем-то, на Ламборгини с ней покатаемся. Блин, ну ничёшная вообще, да? Такие формы у нее, он сиськи жёлтый. А, в порядке такая, блин. Блин, братан, ты вообще красавчик. Если ты, конечно, меня смотришь, у тебя баба офигенная. Ну, ладно, ребят, короче, я сегодня решил все-таки покататься на хураканчике, потому что, как я уже сказал, у нас будет просто безбашенная гонка. Это именно Хуракан и Венена. Я не знаю, кто из нас победит. И не надо говорить о том, что, короче, Венена намного мощнее, чем Хуракан. Потому что, в принципе, стоковая Венена, а у него она стоковая, у нее получается 750 лошадиных сил. А валит она где-то 350, ну и до соги там вроде 2 8 разгоняется, вот. Зато в Хуракане, вот, когда он был не чипованный, было 610 сил, а также он, по-моему, там валил за 300 и разгонялся где-то 2 или даже 3 секунды до 100, пацаны. Так что я могу сказать, что после того, как мы его чипанули, я, честно сказать, не знаю, какие у него вообще характеристики, но я думаю, что не хуже Винена. Поэтому, ребята, реально гонка будет на равных, и мне очень хотелось бы на это, конечно же, посмотреть. А вот, ребят, ну а тем временем, в принципе, как я уже сказал, мы сейчас справляемся за бабосиками, бабулечками, которые мы заработали честным путем. Вот, даже тачку не пришлось отдавать обратно Симону, то есть через весь город ехать, тем более она в розыске. Он сказал, типа, заберет ее через неделю. А поэтому это просто офигенное, так скажем, задание, за которое мы подняли достаточно много бабок. А, и да, еще не хотелось бы немного поговорить о Насте. В принципе, ребята, как я уже сказал, она что-то как-то странно себя ведет в последнее время, потому что вообще в роликах как бы не снимается. Обещала практически каждый ролик появляться, а тут бах, и вообще, это, ну, больше не снимается. Поэтому, ребята, хызы еще делает, но надеюсь, что, собственно, все хорошо, ну, а проследить, наверное, все-таки придется сегодня. Поэтому, ребята, когда мы заберем бабки, мы все-таки отправимся к ней на работу и посмотрим вообще, чем она занимается и что она вообще там делает. Потому что, ребята, ну такое, что-то как-то подозрение у меня все-таки имеется. Так, ребят, ладно, в общем-то, красный свет сейчас... А что если реально, пацаны? Давайте мы сейчас просто уберем номера на Ламборгини и просто... Пацаны, блин, да это же просто топ-идея. Давайте мы прямо сейчас скрутим номера на Ламборгини и просто попробуем погоняться по городу, несмотря на красные, там, короче, шашечки, все дела чисто. Короче, попробуем перед гоночкой, так скажем, немножечко разогреемся и поймем вообще, что это вообще такое и можно ли победить в таком вот состязании. Я снял номера, теперь можно спокойно топить на красный. Фак, я чуть не врезался, блин, прямо с самого начала, да? Также я коптер еще это, ну, забрал, потому что он бы по-любому за нами не успевал, поэтому, ребята, давайте, я не знаю, сымитируем, что ли, типа шашечки, что ли, да? Вот, надеюсь, тачку не разобью. А, кстати, тайм-код скиньте, а то вдруг разобью еще. Так, пацаны, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте мы как-нибудь вот так вот объедем. Я, конечно, понимаю, что у нас как бы спорткар, и по газу нам нельзя ездить, но, в принципе, нам сегодня все можно, пацаны, да. Как раз к этому моменту мы приедем к автосалону, ребята, просто нарушая абсолютно все правила, надеюсь, не будет ментов. Так, ребят, получается... ЧЕГО?! 200, пацаны, 211, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я чуть штаны не наложил, пацаны, от такой езды, блин, мы чуть в красную какую-то херню не въехали. Так, отлично, давайте вот так вот бачком-бачком, порядок вообще, ребята, отлично, 120, 130, да ну, 150, пацаны, Винена, просто нет шансов, пацаны, Винена, просто нет шансов. Чего? Ё-моё. Блин, ребята, я что-то сильно прям заложил, да, видели? Я чуть, короче, не врезался в отбойник, это было бы капец как больно. Вот, ладно, короче, ребята, в принципе, мы приехали уже к автосалону. Уйди, братан, уйди, уйди. Отлично. Так, ну и, собственно, давайте мы сейчас пойдем бабки заберем и попробуем еще раз навалить по городу, пока, в принципе, нету ментов, пока меня не спалили за то, что у меня нет номеров. Пацаны, ну просто шикардосик-то, 278 тысяч, Вась, ты чё, а? Это офигенно, ребята, отвечаю, блин, буквально, я не знаю, ну сколько мы за час подняли такую огромную сумму.
Не, я, конечно, знал, что угоны реально прибыльная тема, но я не думал, что прям настолько. Я, конечно, сказал Симону, что если будут еще какие-то там тачки, типа, ну ты говори, я, как всегда, короче, помогу там, чем смогу, вот. Поэтому, ребята, собственно, я богатый, я сегодня реально богатый, вот. Поэтому можно пожрать где-нибудь в Биг Маке, вот, потому что я реально хочу жрать. Так, пацаны, в принципе, у меня же номеров нет, мы можем гонять далее. А, и да, мы буквально сейчас покушаем, а потом отправимся в больничку, чтобы, ну, как я уже сказал, проверить вообще, что там делает Настя и почему она задерживается именно сегодня. Оу, ты что делаешь-то, тварь? Вот мудак, а? Вы посмотрите на него. А чё вообще? Подожди, не, пацаны, я за такое реально не оставлю. Ты чё? Эй, тварь. А ну вышел, а? Негр, на тебе, тварь. Ты какого хера подрезаешь? О, драться? Ну давай подерёмся, давай. На тебе, сука. О, порядок, так на тебе. О, прям по сапатке, пацаны. На тебе, падла. На, вот так вот, получайте. О, порядок, ребята, все, сдох что ли? А ну подождите-ка. Да не, живой вроде. О, а ты кто вообще такой? Че еще надо, а? Мужик. Мужик, ты серьезно сейчас? Ты серьезно сейчас? Ты на меня нарываешься? А ну давай, давай, давай. Фу. Да, сволочь. Так, фу, на тебе, прям по очечам, да? Еще на. Еще. Еще хочешь? Еще хочешь, мужик? Ах ты ж тварь такая! Сволочь, она два раза меня ударила! А ну вставай! Вот тварь, а! А ну вставай, сука! Ты мой хуракан ударила! Иди отсюда! Уродка! Ребята, вы посмотрите на это! Твою мать! Ну вроде бы не порядок, ребята, вроде бы порядок, да? Ну такое, немного мятость, конечно, есть, но мы это, в принципе, исправим. Так, пацаны, получается, у нас минус 2. Вот. Посмотри, как он упал! Посмотри, как он упал! Как будто болельщик какой-то, ёпта. Блин, пацаны, за мной по-любому сейчас менты, короче, могут приехать, поэтому давайте, наверное, валить отсюда, потому что, блин, ну немного, конечно, мы понеадекватили. А здесь, собственно, никто это не заметит, и на меня никто не заявит. Так, вот эта дура тупая, блин, ребята, ударила меня два раза в машину, прям в строчеллу мою, да? Вот, блин, как я ненавижу таких, вот отвечаю, понаберут по объявлению, а потом, короче, страдают такие обычные жители, как я. Ребят, вы тоже это видите или нет? Какого хера доктор делает в кустах? Или мне кажется, он получается, видите, он, я вам пальцем вам показываю, в принципе, я думаю, заметили. Ну, не знаю, ребята, не знаю, не знаю. Кстати, машина Насти получается на работе, значит, она, в принципе, на работе и хрен его знает. Ну, я как бы тут уже 2 часа, собственно, ничего пока не произошло. Возможно, действительно, все в порядке, задерживается, может, из-за того, что много работы. Вот, ну хотя... Чего? Чего? И чё? И куда ты, мадам? Ага, насела в машину, получается, так. И чё, куда? Я понял, ребят, давайте не палиться, давайте, короче, я не знаю, попробуем за ней проследить, потому что, ну, как бы, я не знаю, 12 часов дня. Собственно, она по-любому должна быть еще на работе. Вон она, получается, видите ее? Так, ребят, давайте особо сильно не палиться, чисто так. А что, если мы сейчас коптер запустим, чтобы, если что, вдруг не потерять? Так, пацаны, сейчас мы вернемся. О, ребят, все отлично, короче, запустили. Теперь мы можем спокойно, спокойно смотреть в хорошем обзоре, чё, куда. Настя! Ты чё, Вась? Ты чё делаешь-то, а? Ребят, вот шумахер не... О, нифига она втоптала, ребята, ты чё? Стоп, я даже не успеваю за ней. Тихо, пацаны, это просто капец. Я сейчас вообще их потеряю из виду. Так, давайте мы, наверное, через заправочку проедем чисто так, да? Чтобы не особо привлекать внимание. Так, ребят. Ну, такое. На красный наваливает, капец. А потом говорит, типа, а это не я штрафы словил, это ты на ней катался. Да-да, конечно, ага. Везде на красный пролетела, штрафы наловила, а потом на меня все скидывает. Так, пацаны, давайте вот так вот аккуратно, чтобы не привлекать внимание. Блин, пацаны, давайте куда-нибудь сюда зашкиримся, да? Давайте вот тут вот выйдем, отлично, пацаны. Так, все, супер, супер. Так, а где она? А, вон она поехала. Слава богу, что прямо. Так, ребят, давайте, чтобы, короче, не особо палиться, мы, наверное, вот так вот объедем. Надеюсь, что мы ее как бы увидим, потому что, ребята, не хотелось бы, конечно, ее терять из виду, но, блин, там вообще нету машины, собственно, я не могу нигде спрятаться. Так, а где она? Ребят, а вон она. Фух, слава богу, ребята, слава богу. В принципе, куда она поедет теперь? Так, она поехала? Она поехала вообще налево? Да чё? Ну иди ты отсюда уже, господи, ребята, я не знаю вообще, куда она едет, собственно. Получается, дом у нас совершенно по другой дороге, и как бы, ну, непонятно вообще, вообще непонятно куда, тем более она красная, она валит. Блин, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, куда она могла бы поехать. Может быть, конечно, за лекарством, либо же просто на прием к больному какому-нибудь, ну такое, ребят. Хотя, нифига,
Вы видели, она прям взлетела. Это сколько она тут гоняет вообще? Вот больная, а? Я ей реально дома устрою, пацаны. Чего? Блин, она что, пьяная, что ли, ребята? Я не понимаю. Шок-контент, блин. Настя ездит пьяная за рулем. Это ж вообще пипец. Так, ладно, ребят, давайте мы, наверное, все-таки вот так где-то в потоке сейчас затеряемся. Да куда ты на красный едешь? У меня, блин, номера висят. На меня-то точно много штрафов придет. Вот вообще, блин, безбашенная, пацаны. Так, ну она приехала, получается, на Вайнвуд и... Ну, как бы... Чё она тут забыла-то, ребят? О, подождите, вроде то ли тормознула, то ли куда она поехала. Так, стоп, ребят. Так. Блин, она уже становится где-нибудь или нет? Куда мы вообще едем с ней, непонятно. А, может... Блин, пацаны, я вообще больной, да? А, нет, стоп. Ну, бабушка как бы с правой стороны, она поехала вообще на левую сторону. То есть, она точно не к бабушке, не к дедушке поехала. То есть, вообще не понимаю. Блин, ребят, вот куда она едет, а? Напишите в комментариях, вот реально. Просто вот интересно знать, куда мы, собственно, приедем таким образом. Блин, либо она меня запалила, что так вот на красный пытается от меня оторваться. Либо же просто... Так, она у нее... А, такая манера езды. Так, подождите. Пацаны, я потерял ее. А, вон она. Ё-моё, я уже обосрался, пацаны, я думал, что все, капец. Так, ну вот это мне уже не нравится, потому что она приехала к каким-то домам. Тем более, тут, походу, живут богатые или чё? И чё, куда? Блин, ребят. А давайте так, ради интереса, мы сейчас ей позвоним, а? Реально, давайте мы сейчас позвоним и узнаем, куда она вообще что делает. Так, вот, вот номер ее, отлично. Алло, Настя, привет. Да, да, привет. А чё ты где? А, на работе, да? Ага. А чё делаешь? А, операция у тебя большая? А, ну, ну да, ты мне с утра говорила. Ага. Ну, а дома когда будешь? Я понял. Поздно ночью. Угу. Ну ладно, хорошо. Ну все тогда, удачки тебе, да. Да, да, все. Давай, давай. Мне же не могло показаться, это же реально была Настя. Напишите в комментариях, может, я действительно обознался. Блин, она просто дала какой-то ключи какой-то девушке, вот. Поэтому давайте мы, я не знаю, сейчас попробуем пробить. А, точно, есть же программка, ребята, найти iPhone же. Господи, вот я тупой, а. Так, куда она... Чего? Я что-то сейчас вообще нихера не понял, пацаны, подождите-ка. Найти iPhone. Так, вот ее. Так, вот ее, да, вот ее телефон. А, в 100 метрах от меня, пацаны. Она в 100 метрах от меня. Я вижу буквально, как открываются двери гаража и закрываются. Так, пацаны. Что-то здесь вообще нечисто, пацаны. Вот реально, что-то здесь капец как нечисто. Я понял. Ладно, ребят, давайте мы, не знаю, наверное, сейчас где-нибудь здесь машинку бросим, да, чисто так ради интереса. Ну, ну, как обычно, да, ребят? Вот, и пойдем, короче, проверим, чем она там занимается, потому что, ребята, ну, как бы приехать к дому человеку, у которого мы крали машину, это просто пипец, пацаны, это реально пипец. Так, где она получается? Она, получается, либо зашла в дом, либо же осталась в гараже. Давайте мы сейчас прочекаем. Я надеюсь, гараж ее как бы это, она не закрыла. Так, пацаны, опа, тихо. Ёб твою мать, я чуть не спалился, пацаны. Вы видели? Ну это точно Настя, пацаны. Это реально Настя. Так, она... Она в дом зашла как к себе домой. Вы чё? Серьезно, что ли? Блин, ребят. Ну, да, это Настина машина. А и чё? Блин, пацаны, знаете, я вот очкую сюда заходить, потому что мы тут как бы... Тихо. Она чё-то дом смотрит, я не помню. Подождите, она что-то тут... Так, вон она, получается, позорную трубу, что ли, смотрит. Блин, пацаны, мы буквально вот вчера угоняли отсюда машину, и она приехала сюда же. Так, ребят, давайте проследим за ней, что она будет делать дальше, потому что, ну, такое. Так, тихо, не палимся, пацаны, не палимся. А что если, подожди, куда она пошла? Тихо. Она что, вниз пойдет сейчас, пацаны? Так, подождите-ка. Стоп. Да, вот она, пацаны, вот она. Так, ну, но это Настя. Ребят, это реально Настя. Так, ребят, ладно, ну что, снизу? Подожди, если она пошла вниз, то, возможно, она сейчас выйдет снизу, да? Так, тут же, по-моему, двери открыты, я ничего не путаю, ребят. Так, ну пока... Пока не... Главное, чтобы она меня не спалила вон через те окна. Главное, чтобы она меня не спалила и не поднялась обратно. Так, ребят. Ну, вроде пока никого. Так, а если мы отсюда посмотрим? Так, ребят. Тихо. Чего?
Что? Что, простите? Ну, как бы... Она легла? Тихо. Что, мать его, простите, она тут делает-то? Какого хрена черного лысого она тут делает, а? Какого хрена она легла на кровать какого-то чувака? Блин, пацаны, знаете, вот... Вот... Ой, я, наверное, громко это сказал. Вот, знаете, вот сейчас предъявлять ей как бы вообще нечего. Я давай, наверное... Давайте, наверное, дождусь, пока приедет тут лысый хрен. Вот, и... Пацаны, а он же мою рожу, наверное, запалил, да? Или чё? Короче, пацаны, давайте мы, наверное, всё-таки где-нибудь здесь спрячемся. Давайте даже вот где-то здесь. А вот, и как только приедет этот лысый черный хрен, мы, собственно, друзья, продолжим. 225 647 овечек. 225 648. Блин, пацаны, это просто капец. Я 2 часа уже кого-то жду, в итоге никто не приходит. Вот, то есть... Настя вроде бы не выходила, никто не заходил. Ходил. А вот он и этот старый черный хрыч, блин. Пацаны, так давайте аккуратно сейчас. Тихо. Мужик, обернись, а! Вот ты натворь!